Уважаемый Владимир Владимирович, приветствую вас в Республике Армения, в нашей столице. Сегодня мы провели заседание Совета коллективной безопасности УТКБ. Конечно, не по всем вопросам удалось консенсуса достичь, но большинство 15 из 17 решений были приняты. И в этом формате я надеюсь, что нам удастся обсудить повестку наших двусторонних отношений, которые очень насыщенны. Нужно отметить, что наши двусторонние экономические связи они развиваются с большими темпами. Я заметил, что в этом году экспорт из Армении в Российскую Федерацию вырос на 80%. Конечно, это связано с некоторыми изменениями в логистических цепях, но, в общем, это факт, который создает возможности, новые возможности для экономического сотрудничества. Еще раз приветствую, и, конечно, мы сегодня уже обсудили, вопросы регионального характера, вопросы региональной безопасности, и есть много вопросов, и об этом тоже я говорил в течение заседания СКП, о соблюдении договоренности трехсторонних заявлений, которые мы приняли с президентом Азербайджана, с вашей помощью и с вашего посредничества. Это очень важные вопросы, которые мы, конечно же, должны обсудить и обсудить повестку, которую мы надеемся приведет к долгосрочному миру в нашем регионе. Уважаемый Николай Владимирович, прежде всего хочу вас поблагодарить за приглашение, поздравить вас с успешным практически завершением председательства ОДКБ. Действительно, Армения вела эту работу на очень высоком уровне, активно. И, конечно, никогда, наверное, или редко очень удается договориться по всем вопросам, но в целом работа шла очень интенсивно и с пользой. Вы отметили и наши двусторонние отношения, которые, безусловно, являются союзническими, имеют древние глубокие корни. Сейчас даже нет необходимости вдаваться в эту историю. Для нас и так ясно, что это такое, какое это имеет значение для наших двусторонних отношений. Ну а что касается сегодняшнего дня, то действительно, если в прошлом году товарооборот вырос на 12%, то за 9 месяцев текущего года уже на 67%. Да, это связано с особенностями сегодняшнего дня, но, безусловно, это будет хорошим вкладом в копилку и на будущее. Здесь у нас нет сомнений никаких. Мы с вами прямо когда встретились, еще в машине ехали, обсуждали вопросы регионального характера, в том числе на вопросы урегулирования в регионе, говорили о разблокировании транспортных артерий. Вот я очень рад возможности и тому, что на полях сегодняшних мероприятий есть возможность провести двухсторонние встречи. Спасибо вам большое за приглашение.